Всем привет! Привет! И наши друзья и зрители нашего канала. Что-то Лёшу плохо видно. Угу. Ну, блин, что еще дальше надо было? Как плохо? Что, Лёшу не видно, что ли, хочешь сказать? У нас сегодня роллы на ужин, будем кушать ням-ням, поехали. Короче, на ужин ням-ням. Ням-ням. Все приготовят, всем приготовятся. Есть папа, один вино, папа, тен-лайф, руками, да? Open your eyes, а-а-а. Легендарность. Легендарный? Да. В чем их легендарность, доченька? Верхняя, это вот. Это шляпки вот эти? Легендарная шляпка получается, что ли? Темпура. Туда летела. Короче, у нас сегодня нет повода. Ты нам можешь забыть. Роллы без повода, так и назовем их. Роллы без повода. Просто захотелось, душа требует праздника, да? Дорогой. Ты что за дом? Это с креветкой, вкусно. С креветкой я, конечно, попробую. Я вот, если честно, я вот поел не так давно. Папа, сути. Да, но с креветкой я попробую обязательно. Как с креветкой-то не попробовать, уж что. Ой, лишнее сольем. На, вытирай. Я с креветки хочу. Мне кажется, неплохо. Соевый только все портит. Там надо прям капельку макать соевого. А ты давно с сыром любил? Прям капелюльку. Да. А не макать его там соликой с головой. Важное правило за столом. Кто знает? Жувач. Жувач. Паша не знает. Даша первая сказала. Он просто ел, он занят был. Леш, ты какую сейчас съел? Ой, что-то пропустила. Он сейчас одну... Ну что, теперь выжимай, что поделать? Он сейчас одну взял и другую взял. Одну взял и другую взял. Тебе вкусные? Да. Ну, неплохо. Роллы как надо есть? Сразу в роллы все. Что ты взял? Как первый ролл. Я не могу так сильно рот открывать. Широко. А чем был болеть? Что ты же все, что ли? Улыбаться будет. Чуть-чуть макнули. Угу. А может ли? Кто? Нет, очень вкусно. Имбирь? Нет, он не острый. Они разные вот такие. Короче, говорят, здесь 48 штук, мы много не берем. Я читал, кстати, знаешь, для чего нужен имбирь? Вот именно в роллах. Перебивать? Да. Оказывается, имбирь надо есть. Я только узнала об этом. Да. После того, как ты съел ролл, какую-то роллину, да, ты ешь имбирь, и он как бы перебивает вкус. Да ладно, ну прям открытие. Не знал. Именно для этого. Чтобы насладиться следующим вкусом. Понимаешь? Фигня. Папа съел 200 тысяч роллов, после этого узнал правду. Ну ты прям загнула 200 тысяч роллов. Миллион съесть мы так это... Боюсь, это, такое мне не под силу. Нет, не за один день, а именно за всю жизнь. Наверное, мама не знает. Какая вам больше всего понравилась? Я только третью ел. Молоденький еще. Мне пока с креветкой понравилось. Нам больше. Сегодня больше достанется, потому что папа сытый. А я разучилась палками пользоваться. Мама, Ась? Папа хоть сытый, но съест несколько штук, однозначно. Мне реально, потому что руками уже есть. А мне вот эти больше понравились. Тоже с креветкой. Знаете, со временем как-то надо, ну, совершенствоваться, да, вот, допустим, с палочками. Со временем ты начинаешь их ими пользоваться все лучше, а у нас наоборот. А мы редко едим, поэтому я разучилась уже. Не бывает. Да, я сейчас на верстах. Я вот смотрю, вот она вроде красивая, эта ролла. Я же понимаю, что это майонез выжатый. Красиво выжатый. Поэтому я не хочу ее есть. Я только сейчас это узнала. А что, ты съела ее уже такую, да? Да. Ну как? А что, это не майонез, что ли? Это вот не очень, для этого ты сейчас берешь. Соус. Соус на основе майонеза. Это вот невкусное будет. Да. Желтое? Какая? Вот это желтое, не желтое. Да? Попробуй все равно. А ты давно с сыром любишь? Ну, это темпура больше всего понравилась. Я еще с рыбкой не понравилась. А с чем она желтая? Что тебе там не понравилось?
по вкусу какая-то, не какая-то. Не вкус не понравился? Значит, там что-то невкусное внутри. Но там, похоже, курица внутри. Там... Судя по мясу. Огурчик. Это, там сыр. Это сырок сверху и соус в виде майонезной шляпы. Мне кажется, что сыр все портит и курица. Бабуся. Ты хочешь сказать, что основные ингредиенты этой роллины портят и этот вкус ее вообще? Ну, реально. У каждого свои основные ингредиенты. У папы сыр основной. Ну, тут получается сыр, получается курица, огурец. Даша говорит, а Даша говорит, что сыр с курицей портит вкус. А, сыр еще и курица? Понятно. Ладно, я больше рискну, а думаю, же сразу ты не траванешься там. Сорной. Я вторую. Какая она у нас рисковая, а? Ебальная. Аккуратней, смотри. Все? Ну, намного достаточно. А. Может, даже свою еще не дали. Я бы съела. А в чем она? Просто тут рыба, что ли? Сайра какая-то. Да? Какую-то сайру тут запихали. Сайру? Да. Вот в этих какая-то сайра. Леша у нас до сих пор иностранец. Или, короче, какая-то это... Ну, мне кажется, я просто один пис. Какая-то там... Это... Рыба вот в консервах. Сто пудов. Вообще. Жота, муж? Нет. Я съела вообще нормально. Сейчас сразу ты скажешь. Вкусно. Тогда точно надо съесть имбирь, чтобы освободить все свои вкусовые рецепторы. Побольше надо. После такой роллы надо побольше имбиря. Паша у нас не любит роллы. Да. Он больше любитель пиццы. Была бы тут пицца, да, Паша бы не хорошо. Мы не заказываем большие сеты. Мы вообще не едим много. Вот мы сейчас едим, и все, больше надо. А если бы осталось на следующий день, они уже невкусные. Как можно набирать там вкусные 200 штук, чтобы потом на следующий день... Ну, же, ну раньше же мы набирали 200 штук, и на следующий день осталось. Ну, они невкусные. Как у тебя? Ну, мама тут заявляет, как вот так можно вообще. Ну, раньше же мы так делали. Ну, делали, но они уже там... Короче. Ну, это тараклору. Невкусно? Вкусно? Лес, ну ты что, все шляпы, что ли, вытащила со стола? Да пусть ешь, что ты заглядываешь в тарелку-то. Да я просто смотрю на этого хитрюгу, а. Ты вот поставила графин, и вообще Лешу не видать теперь. О, идеально. Я думаю, какую съесть. Ну, кроме вот этих вот. Хотела мою еще взять? Нет. Просто сказала, кроме вот этих. Я смотрю, да, сырные-то не пошли в дело-то. Самые вкусные вот эти с шапочками. Ну да, мне... У Лёши, да, которые? У меня вот такие понравились. Что, получается, давай рыбную консерву пробовать, что ли? Да, папа. Не надо об себя вытирать. Ой. Пойдем. Мама забыла, что там у нас графин. На, может, вытирай салфеткой. Ну что, почувствовал консерву? Вот это вкусно? Там рыба. Я такую не пробовала. Подкопченая какая-то. Ну, слышишь? Консерва, да? Да нет, вроде каких консерв, я не знаю. Вкусно. Ты какой-то у тебя странный способ поедания. Связала сначала шляпу. Ну и как тебе рыба? А Лёша тогда какой? Если у Даши странный. А как Лёша ест? Ну, она вообще по-особенному ест. Она терзает. Фу. Короче, я глухла, мне такое руки. Даже надо ехать, с утра позвоню. У меня... Да давно пора, что ты не тянешься с этим делом? Что? Что случилось? Кто-то пишет? Зарплата прилетела. Ауч. Как-то есть бы не хотелось. Она у тебя как птичка что, прикусила, что ли?
Да, тоже. Всем спасибо, всем пока. Мы же не ищем легких путей. Зарплата твоя, ты сказал, я откуда знаю. Не знаю, какая у тебя зарплата. Большая? Угу. Короче, завтра с утра звоню к врачу. Давай, давай. Не знаю, как мне, с Лешей ехать, что ли? Я же во вторую. О, хорошо как. Я весь вечер ей говорю, что я во вторую. Давай, я, короче, туда с утра побегу, да? Беги. А ты посидишь. Посижу. Потому что-то вот с ушами шутки плохи. У меня уже сколько дней? Дней 5 у меня что-то. Если не больше. То ли это после простуды у меня. Знаете, как будто вот вся голова онемевшая. Не только уши. Как будто вот все у меня онемело. Все-таки надо от телефона. Что-то отказывает от тебя. Все-таки целый день у телефона сидеть, это плохо. Мне иногда уже сказывается. Не к добру это все. Я-то посидел пару часиков и все. Я и по ночам. Капец. Ты же надо учись так куда-нибудь. Ты же понимаешь, что это не поможет. Ты все равно будешь сидеть по ночам. Ну, а папе нравится вот такая зарплата. Мне вообще не нравится. Мне не нравится, когда ты ворчишь по вечерам на меня. Ну, ты, я ворчу, а тебе зарплатка-то нравится. У меня шипушка. Ну да, видите, молчи. Мне своих. Ну пофигу, какая. Что глухо, зато работаю. Это самое главное. Сумасшедшая. Там правду не скажешь. Сумасшедшая. О, папа. Ну что, я хотела спросить. Молодец. Когда телефон отключу, на этом стоит. На режим полета. Ну. Будильник зазвонит? Да. Что режим полета и будильник? Надо на ночь, получается, режим полета ставить. Режим полета? Чтобы не облучал. Отключает только твою связь с внешним миром. Ну, я так и думала. Просто боялась, вдруг не зазвонит, а Дашу в школу уже будить с утра. И прогуляем. Не рисковала режим полета ставить. Знаю, что, по идее, не должно быть так. Мы все хотим съездить на лыжную базу, но есть проблема. Ну, там нету номеров, все занято. А ты по весь март смотрел? Я смотрел 2 недели следующие. А, ну через 2 недели есть? 3 недели есть. Но через 2 недели еще не есть? Не смотрел тогда. Ну, посмотри. Ну, там уже все растает, блин, к тому времени. Да? Конечно, вот смотри, какая жара началась. Ну давай тогда что, в воскресенье поехали, в понедельник все прогуляем один день в школе. Скажем там, что можно сказать? Не знаю. Скажем там, да, голова заболела. Да без разницы. Ну что-нибудь там. Хоть что, все, я не хочу. Я и так наед-то был. Чуть-чуть это приболело. Я думаю, за один день я на справку не потребую. Значит, надо это, бронировать. Это когда? На следующей неделе уже есть? Можно на следующей. Лыжная база. Там мы хотим с ночевкой приехать. Даша, поехали пока... следующее воскресенье. Даша, Даша пока не говорит там. Только ты сейчас пока будешь думать, уже займут. Иди за бронику. А у тебя же работа как-то. Отгул я в субботу будешь? Поработаю и заработаю себе отгул на понедельник. Купи сок какой-нибудь, сходи, а? Сок. Не машину на в гараж ехать ставить. А так неохота, поверьте мне, вообще. Я устал. Я да не ставь уже тепло на улице. С одного дня ничего не случится. Да. Лёш, вот салфетка. Ладно. Я пошел бронировать. Попробую, по крайней мере. Вдруг получится. Всем пока. Всем пока. Ой. На мало стричь. Да, пока-пока. Скоро увидимся. Видите, еще осталось. Я говорю, что так мало? Я не хотел есть. Да. Но если бы Денис хотел есть, конечно, бы нам было мало. Я бы мог это один съесть. А, ну да.
В общем, мы все подрассчитали, да? Воздушный поцелуйчик? У мама! Ладно, скоро увидимся. Так,